Всем привет, с вами Женечка, и я продолжаю играть в Outlast. Ну, короче, в дополнение. Никак я не могу все еще выговорить название. Так, хуй знает, куда я загреб. Вроде спасался от этого бензопильщика, или как там его. Ну, короче, который людей там резал. Так, хрен знает, куда мне идти. А, черт, это походу этот... Билли, Джонни, я не знаю, как его там зовут. Билли Джо. А, так, 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 так. Не сюда, сука. О, радио. О, батарейка. О, вот. На, такой крутой чувак без ботинок. Так, там батареечка, но... Бля... Обычно в Outlast, когда идет написано, идет сохранение, значит что-то страшное случится. Мне это всегда такое кажется. Блять, какие-то звуки. А, это бензопила. Бензопила или просто пила циркулярная, хуй знает. Я слышу этого ублюдка. Черт. А, блять, нахуй пошел. Кости, блять, не нахуй, сука. Мамка, твое мясо. А! Сука. Ты пошел ты. Блять, как мне втащил. А. Так, блядь, блядь, блядь. А, блядь. Сука, вот говно. Блять, ненавижу этого уёбка. Блять, кажись. Сейчас в тупик-то забегу. Сука, 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 сука. А, блядь, ну иди нахуй. И нахуй иди. Сука, твою мать, я не знаю, куда бежать, блядь, от него нигде не спрячешься, этот хуйсос. Сука. Черт, черт, черт. Фу, господи. Вон этот уебан, вижу его, накачанный торс. В кавычках. Бля. Мне кажется, или у него члена нет. Или он просто в трусах. В таких. Фу, господи, блядь. Чуть сыкнул я, но на самом деле, блядь, не от того, что он страшный или что-то в этом роде, а сыкнул, потому что сдохнуть могу. А как-то умирать я не хочу. Так. Сука, дерьмо. Значит, мне надо идти там, где опасность. А опасность там, где этот урод. А там, где опасность, там и я. Ясно. Так, интересно, какой он стороны. Ну... Мне кажется, он... Он не тут. Явно не тут. Что он, интересно, делает? Просто ходит и дрынькает своей вот этой пилой. Блин. Черт, 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 черт. Ходит и дрынькает своей пилой, пугая всех. В частности, меня. Ну и... Он там стоит до сих пор. О, не. Какая-то библиотека. Бля, у меня еще батарейка садится. Все плохо. Ну, хоть есть запасные, ладно. Слепой, блядь, крот. Батареечку сменю. Пошел нахуй. Я тут был. Видел эти кости висящие. Фу. Что-то мне не по себе. Хрен знает почему. Наверное, потому что это Outlast. Не нравится мне такой коридор, в котором вдалеке мигает такой свет. Ты, господи, этот ублюдок везде, что ли? Бесит он меня. О. Мы нашли цивилизацию. Так, аккуратно. Чё тут? Нет, ну, бля, идет сохранение. Так, кровище. Трупы. Блять!
Господи! Чё? Кто? Кто это меня просит выключить газ? Хуй знает. Ну вот, цель отключить газ, чтобы получить доступ к слюзовой камере. Ясно. Сука, Хитман, блядь! Ебать, ты меня напугал! О, господи, блядь! Фу, блядь, агент 47-й ебаный. Не, просто неожиданно, сука. Сейчас соседи придут, начнут на меня орать, что я ору. Ладно. Как-нибудь порешаем с ними. Так. Что-то стучит. Бля. Что за хуйня, блядь, стучит? А, я чувствую твой запах. Я тоже твой... Ай, блядь! Нахуй пошел. О, здорово. А, блядь. А, матрасы. Да пошел нахуй. Хитман. Убей его. Хитман, дружище. Кстати, я не знаю, где Хитман. Черт, 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 нельзя под кровать залезть. Ну, ебаный в рот, а. Ну, давай, ублюдок, выламывай уже эту ебаную дверь. Амбал ты какой. Нахуй пошел. А, черт. Хитман. Хитман, Хитман. Да что ты делаешь, блядь, дурак ебаный, сука. Ну же, ну, ну же, тут где-то должна быть эта, блядь, хуйня наверху, чтобы я залез от этого ебаного. Нахуй иди. Иди нахуй. Ну, Хитман, сука, падла. Фу, надеюсь, я его смог обмануть. Бля. О, вот он. Пухлые ноги его. Вонючие. А, да, он все-таки в трусах. По-моему. Ну, умнее тебя, раз ты такой дурак, не видишь, что здесь две кровати квартиры. И не мог под вторую посмотреть, амеба. Так, хуй знает куда идти. Хитман там башкой себе тупой долбится. Причем Хитмана он не трогает. Так. О, вот-вот-вот. Блять. Черт, 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 черт. Все. Ну, почему-то музыка не прекращается и блять. Куда идти? Тут почему-то... Да, наверное, вот так вот. Сука, пиздец. Я не знаю, куда идти. Либо я просто еще не все обошел. И это мне не нравится больше всего. Страшная музыка не прекращается. Блять, этот Хитман все еще тулбится своей башкой. Она уже у него вся расквашена, блять. Ну ты олень, а. О, музыка прекратилась. Так, тихо. Хрен знает, куда он подевался. Надеюсь, подальше от меня. О, во. Ааа, блять! Здорово, Джингл Беллс, блять. Фух. Все, я в безопасности. Я в безопасности. Эй, блядь! Сука, 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 сука. Такие руки. Женские. И все. Сил не хватило. Урод, блядь. Ну и пошел нахуй. Так, что тут? Туалет. Хуй знает, куда я попал. Такие ноги, блядь. Куда-то он подевался. Хрен знает. Блядь! Что-то я сегодня какой-то
Слишком нервный, блядь. Записочки. Подергал записку. Уходи, это... Да ладно, я видел, там коп сидит. Ты чё, блядь? Че, ебальник набью? Газ. Отключить газ. А где он отключается? На, опять этот урод. О, какие-то почки. Руки. На продажу, наверное. Блять, слышал эту... Блять. Ой, блять, 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 блять. Иди нахуй. Фух. Сука, он все еще там. Ну, блять, как он меня находит? На, ну он же запах чувствует или что-то. В этом роде урод, блядь. Просто там, где я, там и он. Там, где он, там и я. Надоел он мне уже. Так. Сюда? Нет. Похоже, что нет. Блядь, ну я помню, что вроде бы по крови надо ориентироваться. Но кровь пока что меня никуда не привела. В тупик, точнее, провела. Как обычно. Пусть знает. Может, там где-нибудь что-нибудь сделать надо. Газ же надо отключить. Может быть, рубильник или что-то в этом роде. Хуй знает, где этот урод. Еще этот урод бродит тут. Сука. Вон, блядь, там в стекле эти куски мяса. Ты же вроде мясо любишь. Пожри. Бля, походу он меня спалил, что ли. А нет. Вроде бы как тут... Ну, такая, знаете... территория медицинская. Обычно ведь в медицинских территориях прохладно. А этот урод ходит голый. Ну, в принципе, психически неравновешенные люди, они... не испытывают какой-то такой боли. Ну, я так думаю. А уж точно наверняка знать я не могу. Так, чувак тут отдыхает. Не будем ему мешать. Хуй знает. А тут темно. Но тут никого нет. Вот, еще последняя комнатка. Может быть, там что, какой проходик есть. А, нет. Все время мне кажется, что это он там стоит, а это просто этот, блядь, полиэтилен или целлофан. А, вон он туда пошел. Сука, ну там вроде бы проходы сцеплены. Пойду за ним. Он обычно, может быть, приведет меня к цели. Блять, что-то он как-то быстро уже сходил туда. Ого. Блять, я просто не понимаю, куда идти. Как обычно. Тут есть шкафчик. Неспроста. Тоже одно из правил Outlast, если есть шкафчик в комнате, это неспроста, блять. Сука, так и знал, что он не в мою сторону пойдет. Дебил, блять. Ой-ой-ой. Вроде камера пищит, но он этого не слышит. Из-за своей пилы ебучей. Как он меня еще не спалил? Загадка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, блядь! Ты пошел ты нахуй, мясо! О, вот! Блять, вот я дурак, а тут, блядь, наверху надо, наверх надо было залезть. Фу. Ну все, он сюда не пролезет. Там он тоже не пройдет. Так, тут кружка кофе.
И чё дальше? Тут закрыто. Чё делать-то? Хер пойми, рация, телек. Ну нахуй. Хоть тут я в безопасности ненадолго. Странно, чё делать-то надо? Вроде ничего не видно, что надо нажать. Блять. А, во. Вот тут немного продолблено, так башкой бы проломил. Ну, в принципе, там сзади я уже все посмотрел. Ну, где он ходит? Джимми его не знаю. Или, может быть, не запомнил. Мне кажется, тут что-нибудь должно быть. Дверь закрыта. Блять. Вот я невнимательный, просто пиздец. Но мне все равно страшно, какая-то такая музыка. Жужжание мух. Мне становится не по себе. Знает, он, наверное, еще здесь. Блять, стрёмненько. Да пошел нахуй, чувак, я к тебе. Тихо, ты спи. Блять, пиздец, не видеть так. Так ему пятку пощекотать бы так. Да, я был прав, на нем какие-то панталоны, вроде бы, под цвет кожи. Здорово! Да сука! Где нахуй? Ай, блядь. А мне кажется, череп пробил. Я не знаю куда. Сука, бля. Ублюдок. Вот моя первая смерть в этом дополнении. Печальненько. Фу. На этом я пока завершу. Кончу, так сказать. Всем пока. С вами был Женечка. Это было дополнение для Outlast. Пока-пока.